про хитрость. Говорят, хитрый как лиса. Знаешь такое выражение? Кто такой хитрый человек? Хитрый человек. Это Оксана, тетя моя родная. А почему? Потому что, когда она была маленькой, мне мама рассказывала. Ну? Ну в чем хитрость ее проявляла? Потому что на Новом Годе ей дают, всем ребятам дают подарки. Всем. Она свой подарочек спрячет и потихонечку ест. Как будто нет его. Здорово. Слушай, а злой человек это какой? Папа наш. Он всегда на маму орёт. Давай мясо!